сына в порядок, что он себе позволяет? Да как ты смеешь повышать на меня голос? Я вообще-то мать, которая родила 4 детей. 5-й на подходе. Так что пропусти меня. Нет, я вас не пропущу. Почему же я должен вас пропускать? А придется. Женщина, можно поаккуратней? Ты, малышня, будешь учить меня, как мне ходить? Да кто ты такой? Пропусти меня. Нет, я вас не пропущу. Что? Пробивай. Что пробивать? Как что? Товар. А вы кто? Я. Мать-героиня. Вот я проверил. Можно так вежливо?